Маленькие комедии – это истории о любви, от жененавистничества до агрессии. Постановщики обратились к классике. В основе спектакля лежат произведения Чехова «Медведь» и «Предложение». В первой части спектакля молодая вдова, помещица Попова, преданная памяти мужа, ждет, кто же избавит ее от вечного траура и когда в ее доме появится настоящий рыцарь, тот самый романтический герой. Но приходит грубиян, жена-ненавистник и собиратель денежных долгов, который готов стреляться с героиней. Олечка, ты увидишь, как я умею любить и прощать. Там, по ту сторону гроба, ты меня увидишь такую, какой я подожду твоей смерти, Колечка. Второе действие комедии посвящено предложению руки и сердца. Трепетный лирик Ломов спешит признаться в чувствах соседки Чугуновой. В самый ответственный момент испытывает сильнейшие припадки. Из-за этого неловкость сменяется криками и оскорблениями, а трогательный момент – полуобрачным состоянием всех героев. Благодаря колоритным персонажам и необычным историям актеры чувствуют себя уверенно и буквально живут на сцене. В искрометном юморе и умении заставить зрителей смеяться, утверждают критики, скрыта глубокая человечность, в которой пробуждается желание и страсть. Для Рабусева Георгий Бурлуцкий. Новости дня.